Всем-всем доброго денечка. У меня тут закупочка мяска произошла. В том магазине, в котором я покупала вот косточки собакам, да, вот этим вот товарищам по 35 рублей говяжьи косточки, я купила еще мясную закупочку такую сделала небольшую. Ну вот это самое красивое, что из моей покупочки, как мне кажется, конечно. Говядина, лыточная часть, то есть часть голени, вот с такими прожилочками, вот которые потом прям желейными становятся, без косточки. Конечно, мясо дороговатое, но полакомиться иногда можно. 500 рублей за килограмм, но без кости. То есть иногда их продают с костью, здесь же без косточки. Вот. То есть и мясо вроде бы такое приличное, хорошее, свеженькое, вот такое красивенькое. Взяла 6 индюшки, 3 штучки по 170 рублей за килограмм. Желудочки свеженькие такие, гладенькие, чистенькие. 170 рублей тоже за килограмм. То есть вот этим вот товарищам буду варить с чем-нибудь. Ну, морковочку точно добавим. Да, Бегусь? Лялюсь, Бегусь. Будем желудочки варить? Ну, конечно, будем обязательно. Да, Лялюшка покажет, конечно, мамка, корми нас. Вкусненько и вкусненько. Еще купила фарш свино-говяжий. Полкило взяла, цена 400 рублей. Но у них фарш еще пока не пробовала, поэтому... Но, в принципе, цена такая среднестатистическая. Еще взяла такие вот колесенькие колбаски. Прям колесенькие, они тоненькие, где-то сантиметр чуть больше толщиной. Для жарки на мангале. Вот это из курицы, а вот это из говядины. Из курицы 300 рублей килограмм, это 420 или 430 рублей за килограмм. То есть взяла для пробы, они довольно-таки легкие. Вот из говядины чуть-чуть потяжелее почему-то, а из курицы полегче, хотя размерчик одинаковый вроде бы. И взяла еще ребрышки уже замаринованные по 320 рублей за килограмм. Тут немного, 600 грамм. Взяла для пробы, посмотрим, как у них ребрышки. Я любитель костей, поэтому вот от ребрышек не удержалась. Ну а всем желаю хороших вкусных покупок, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего.